того, как люди, которые потратили за краты, вышли на волю. Это была праца штодзённая, последовная и на протягу нескольких месяцев. И в первую чергу она включала, конечно ж, две такие речи. Это знайти махчимость, помогать этим людям у Беларуси. И другая махчимость – это организовать так, как был оказан международный тиск на белорусские влады с метой выпустить политических зневоленных у Беларуси. Вот, у нас отбывалось вельми багато сустрэчаў, про некоторые из них я тут пишу, про некоторые не пишу, потому что, может быть, еще не пришел час про это писать. Вот. Але так отрымалось, что когда 4 жнивня я потрапил в тюрьму, и сапраўды праз тыдзень пачалі выпускать партыями первых декабристов, то ну, для меня это было разумение, что то, что мы робили, и то, чего мы досягнули в этом тиску вот, на белорусские влады, мы добились. Вот, и широко...